Девочки и мальчики, всем привет! Начинаю готовить плов в своей мультиварке. Да, это самое. Давно уже не сделала ничего в мультиварке. Вот решила. Сначала обжариваем лук. Довольно крупненько я его порезала. Добавляем туда немножко подсолнечного масла. У меня маслица вонюченькая. Добавляем. Сейчас она обжарится. Потом я закину туда мясо. Девочки, вот у меня и мальчики, вот у меня мясо уже порезанное. Уже вот такой вот я его, такую приправку к плову, значит, уже посыпала немножко. Я нарезала морковки. У меня здесь 4 морковочки небольших. Я их порезала. Использую я, кстати, вот такое масло. Оно рафинированное. Так, оно не рафинированное, то есть оно вот такое, знаете, с запахом. Вот так. Ну вот уже пищит моя мультиварка. Видите, когда уже хорошо обжарился лучок, сейчас я сюда добавляю мясо. Девочки, очень быстро, мальчики, очень быстро обжариваем мясо, да, чисто до корочки. Вот просто корочка и все. Оно не должно там не тушиться, не жариться сильно, а чисто до корочки. Ну, по идее, вот уже 10 корочка есть. Сейчас помешаем. Чисто прихватится, и сразу жарку можно уже выключать. Когда появилась корочка, дальше забрасываем морковку. И продолжаем жарить, пока у нас не остановится наша... Мы поставили на 18 минут. Вот она сейчас это самое. 18 минут пусть прожаривается дальше. Итак, когда режим жарки полностью, сейчас у меня еще минуту, и он прекратится. Мы сверху, у меня замочен был рис. Мы сверху кладем замоченный рис. Я еще сделала, видите, чесночок. Вот так вот его раздавила. Вот, в рис мы добавим чеснок. Зальем водичкой и поставим уже на режим плов. Итак, девочки и мальчики, я залила, положила рис, вот я чесночок туда, да, прямо в рис туда, и залила водичкой. Рис я предварительно, еще раз повторяю, замочила и немножко посолила. Все, теперь ставим на режим плов. Итак, ребятушки, у меня получился шикарнейший рассыпчатый пловчик. Посмотрите, какая прелесть. Ай. Объедение. Вот я его чуть-чуть перемешала. Шикарнейший рассыпчатый плов. А вкусный? Обалденно вкусный. Так что вот, ребятки, делайте мультиварки-скороварки этот плов. Весь рецепт у меня выложен, будет выложен, посмотрите. И всем приятного аппетита!